have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и это Outer Worlds, и вы можете вполне резонно спросить, а что мы здесь делаем? Ладно, давайте краткую предысторию, ребят. Я просто... Эта игра меня не отпустила, и я перепрошел ее второй раз. Во-первых, зачем я открыл менюшку, вы можете посмотреть на Ульт Натура от тети Клео. Это... пистолет, кстати, давайте все починим. Вот, который, насколько я понял, невозможно найти. Его можно только получить. И получить его можно, ну да, маленькую подсказочку, в Роузвей, если вы будете проходить. Довольно уникальная вещь, во-первых. Во-вторых, я дошел до 30 уровня, и, насколько я понял... Это максимальный уровень. Сейчас я не хочу вам ничего говорить. Я не, специально не готовился, не штудировал. Я не помню наше прошлое прохождение, на каком уровне мы закончили. По-моему, то ли на 27-м, то ли на 26-м. Мы не дошли до 30-го. Я думал, как и что, и 30-й это максимальный. Значит, в этот раз, как я прокачал персонажа? Я ему убавил силу ниже среднего. Сделал максимальный интеллект и максимальную проницательность. Потому что, как вы помните, в прошлый раз у нас довольно часто не хватало проницательности и пару раз не хватало интеллекта. Насчет навыков. Абсолютно полностью на максимум прокачано убеждение, потому что нам этого точно не хватало в прошлый раз, я помню. Абсолютно на максимум взламывание замков и взлом компьютеров. Во-первых. Во-вторых. Инженерия хоть и слабо прокачана, но Элли, Парвати и бонусы докачивают мне практически до сотни. Медицина почти до сотни. Наука 80. И в этом небольшая проблема. У меня, я уже один раз встревал, где мне нужна была наука 70. И у меня было на тот момент 60. Последние два уровня я вложил в науку. У меня сейчас нет чего-то, что повышает ее очень сильно, к сожалению. Ложь 79. запугивание низкое, но, как вы знаете, для запугивания можно с собой таскать Сэма. Он очень угрожающе действует на людей. Вот, в общем, в боевые навыки я вообще никакие не трогал, не прокачивал. Ни защитные, ни лидерские, ни боевые. Все шло в общение, в незаметности, в технологию. Вот все сосредоточено здесь. За счет этого мне персонаж получился слабее. Боевая часть давалась немножечко тяжелее, но все-таки игра вполне проходима. Задания я вам показывать, ребят, не буду. По одной простой причине, что на нашем с вами прохождении мы с вами прошли примерно половину игры. Давайте будем откровенны. В любой области, где мы были, мы пропускали... Хотя я играл относительно внимательно, мы пропускали очень много побочных заданий, мы пропускали очень много персонажей, диалогов. То есть тогда, что я вам говорил, что игра такая не длинная, а широкая, она оказалась в два раза шире, чем мы с вами предполагали и видели. Отчего я еще больше вам рекомендую поиграть самим и убедиться. Наверное, такой микроспойлерик я вам дам. Не спойлерик, а такой совет. Найдите... робота-старателя на Сцилле. Вот сделайте это, и ваша жизнь станет на 0,5% приятней. Хорошо. Собственно, почему мы здесь, и зачем мы вернулись, и зачем я вам все это рассказываю? Как выяснилось, что в прошлый раз мы с вами закончили игру на плохую концовку. То, что я сомневался в Фениасе, меня подвело, так скажем, и концовка получилась не такая, как мне бы хотелось бы. Но, на самом деле, я тогда об этом не подозревал, но сейчас мы с вами идем вместе с Фениасом против коллеги. И все мы оказались ровно в той же точке, где и было окончание прошлой игры. Единственная разница, что Надежду в прошлый раз мы с вами гнали к Тартару, а сейчас Надежду нужно было гнать к лаборатории Фениаса. Но когда мы пригнали Надежду к лаборатории Фениаса,
к нему вломились коллеги, забрали его, все равно привезли его в тюрьму на Тартар. Только сейчас мы шли не через бунт заключенных, а через солдат коллегии. И сейчас мы будем разговаривать не с сумасшедшим Фениасом, а, как вы видите, с Софией Аканде, которая председатель коллегии. Ну, она там секретарь, не помню, какая у нее должность, фактически она всем этим руководит. А вот эти вот председатели, которые все, это ее подставные лица. И, по сути, она сейчас заведует всем, что происходит. Вперед, ребят. Поехали, поговорим с ней. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. Да. Words cannot express the extent of my disappointment. We had a plan. All you had to do was skip the hope to Tartarus, as да, I asked. Мы скип, ну, как бы... You've disrupted the balance of power. Ладно, читайте. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Все кончено, вам пора выйти из игры. А, кстати, что мне еще понравилось, извините, ребятки, такой еще микромомент, что конечные миссии можно идти за коллегию, можно идти за Фениаса. И в какой-то момент эти миссии идут параллельно, но самая последняя миссия пересекается. Она, обе миссии сворачиваются в одну. То есть запустите скачковый двигатель на Надежде и прыгните или к лаборатории Фениаса, или к Тартару. Но все это одной миссией, и вам не приходится выбирать, и она потом не провалена. Это, кстати, очень прикольно. Ладно, та-та-та-та-та-та-та, все кончено, мы освободим Алкион, и вы нас не остановите. Хрен вам. Чего же вы... Так, давайте вот это, все кончено, София, вам пора. I'm afraid I can't do that. I'm aware of your diplomatic talents, Captain. You have a gift for manipulation. But I warn you, I'm no easy mark. For all your talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. И вы исполните свой долг даже ценой жизни. Все понятно? Давайте дальше. Нам не обязательно быть врагами. Вот, мы ведь раньше сотрудничали. Мы с вами, кстати, пропустили целую цепочку миссий от Аканды, потому в прошлый раз, когда мы играли, она вдруг появилась на наших экранах, а я такой, а кто это? На самом деле, от нее на протяжении игры, если попытаться сдать Фениаса властям, можно потом сотрудничать с... Собственно, с Аканды, ну, сначала с такими поменьше ребятами, потом с ней. И она дает несколько этих побочных заданий, кстати, довольно интересных. Не буду спойлерить, но они стоят того. Вот, нам не обязательно быть врагами. Our partnership is behind us. You had your chance to work with me, but you elected to, as the common worker might say, throw in with that demented old test tube jockey. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove invaluable, even if I have to beat it out of him. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony. Итак, собственно, только мы сейчас стоим у нее на пути, она хочет склонить Фениаса к сотрудничеству. Ну, мы знаем, что Фениас когда-то все-таки работал на коллегию, потом он ушел, потом он начал проводить свои исследования, коллегия за это его объявила психопатом. Да, кстати, все осталось так же, он проводил опыты на Надежде и убил там кучу людей, пытаясь их воскресить. Это, кстати, не отменяет ничего, он все равно по-своему чокнутый. Давайте все обсудим, мне надо играть на нервах. Это вредно для вашего здоровья, понимаете, Фениас? Не, но он не мой друг, нет, я не могу все-таки здесь сказать, что он мой друг, я что-то делаю для Фениаса, нет. Садистский такой вариант. Нет, давайте все обсудим. Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parlay with me. Вот. В прошлый раз, когда мы разговаривали с Фениасом, у нас не было 100 убеждения. И мы не смогли использовать эту функцию, и нам пришлось драться с огромным роботом. Теперь у меня есть 100... Как бы, вот, помни именно про вот эту вот фишку. Я с самого начала качал 100 убеждений. Ну так, на всякий случай. Interesting that you think I'm going to die here. I believe I'm more than capable of taking you on.
Так, вы же умная женщина, не надо усложнять себе жизнь. Вот, кстати, надо взывать к уму постоянно. Did you really think I would make this easy on you? I've devoted my entire life to protecting Halcyon. I'm not afraid to die in the line of duty. А, коллеги, не стоит таких жертв. Вы рассказываете мне про службу, вы не солдат. Вы помешанная психопатка. Альцион погибнет, если защита колонии была вашим долгом, вы его не выполнили. Вот это вот. Don't you think I know that? Yes, I made mistakes. Costly mistakes. Leaving you alive was the worst of them all. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your lot in with that madman, Phineas Wells. Здравствуйте. Смотрите, тут или нужно ложно 100, у меня этого нету, как вы видите, или убеждение плюс наука на 90. Не просто убеждение на 90, а убеждение плюс наука на 90. И у меня наука на 81. Зато хватает проницательности. Так, забавно, председатель только что мне сказал, что это вы виноваты. Кстати, председатель, да, я с ним поговорил, и он такой в конце, ладно, если что, я тебе помогу, но он такая, короче, скользкая, лживая личность, я его просто убил, потому что явно без него будет лучше, даже, ну, короче, не знаю, он мне очень не понравился. Блин, мне не хватает 9 науки. Ну, в принципе, ладно, у меня из этих трех вариантов доступен только один, есть проницательность. Вы пытались не взять меня под крыло, а просто починить себе. Кстати, это тоже правда. You were too dangerous to leave unsupervised. I had to make use of you. When I sent you to deal with Phineas, I thought I'd won you over. You chose to ally yourself with an irrational madman. I gave you a chance to serve the law, and you sided with anarchy. Why? Коллеги слишком долго правят колонии, заслуживают... А, вот, я ни за что не брошу людей с надежды, кстати, ну, я-то сам с надежды. I understand. You have an entire population of colonists depending on you. So do I. I haven't given up on the program yet. You've caused some complications, but I can improvise. I can fix this. I haven't lost control of the labyrinth yet. Our security system is still operational. I can still put a stop to you. Опять же, ложь и взлом 90. Офигеть. Взлом-то у меня есть, у меня лжи не хватает. Что, простите, не расслышал, отвлекся пока. Блин, ну, вот видите, вот вроде пытался подготовиться, вроде уже знал, что понадобится. Ну, я, хорошо, я пошел на другую концовку, и я не знал точно, что понадобится. Попытался подготовиться, и все равно все не подрасчитал. Так, я уничтожил ваши эксперименты в министерстве, ваш план ни за что не сработает. Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. By the way, those test subjects you killed, they died in agony. My scientists assure me they can recover the data you've destroyed. You've succeeded in temporarily delaying our research. Nothing more. Да, в этот раз я сделал так же, как и в прошлый. Там можно было, ну, если вы помните, Феня спросила жидкость вот эту специальную, можно было украсть из лаборатории 29.8%, короче, треть. Или можно было украсть всю жидкость, но тогда убив всех подопытных ужасной смертью. И в этот раз я сделал точно так же, я забрал абсолютно всю жидкость, и они там все умерли, эти подопытные. Так что как-то так. Мне почему-то кажется, что надо было забрать все. Ну ладно. В полнейшем тупике. Так, но у нас есть наука взлома инженерии. Ученые вам врут. Их исследования в корне верны. Ваши ученые врут. Я исковеркал данные так, что их уже не исправить. Та система была плохо спроектирована. Данные, которые вы собираете, неверны. Та система была плохо спроектирована. That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. That experiment was absolutely essential to the program. My scientists assured me they were close to a breakthrough. They gave me their word. Yeah.
Вот, есть проницательность. Опять же, я думаю, тут нужен максимальный уровень проницательности. Ну, я уже не раз с этим сталкивался в игре. А вы ведь понимаете, что я прав? По глазам вижу. Damn you. You are telling the truth. My scientists have been lying to me, and I was stupid enough to trust them at their word. We're going to have to start all over again. All that research, all those experiments, you've set us back decades. I don't see any reason to continue arguing with you. I know when I'm beaten. The only thing left to do is surrender with dignity. Congratulations, Captain. You've outplayed me. I accept your terms and will return Dr. Wells to your care. Спасибо, рад, что обошлось без кровопролития. Вот. I just hope you've made the right decision. The fate of the colony is in your hands now. I bid you farewell, Captain. Вот так вот, ребят. Вот этот робот-убийца. А, в смысле... А, стоп! А теперь открыто с этой стороны. В прошлый раз у нас была открыта вот эта дверь. Мы спускались, я думал, что мне просто... Я подойду к этому роботу сейчас и заберу у него ключ. Он даже красным вон обозначен, видите? И он активирован, вон он движется, рыпается. Но здесь решили сделать по-другому. Здесь мне просто открыли другую дверь. Да, и прямой коридор. Просто оставляем этого робота... Здесь, этого босса, и не деремся с ним. Вот в чем фишка. Ну, то есть Фениаса мы тогда тоже, то есть даже несмотря на то, что пойти против Фениаса, это считается плохая концовка, мы все равно могли его обыграть, отговорить. И мы бы не сражались с этим боссом. Ну, теперь мы увидели оба варианта. С финальным сражением или с финальным диалогом. Все-таки обговорить, отговорить, это немножечко покруче. Вот она все оставила здесь. Карту, наручники. Теперь время поговорить с Фениасом. You don't know how glad I am to see you. You must have said something to get under Akande's skin. She's gone, and I don't think she's coming back. And you, you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. Так. I know, my friend, I know. And now it's finally over. The board's finished. It's only a matter of time before the entire system slips from their grasp. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. Да. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Мне совершенно не нравится, куда ты клонишь. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. Да, это же информацию нам говорили и в прошлый раз. Two years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered. Да, что Земля замолчала, от нее нету, как будто Земли больше не существует. Hands-on around here anyway, so there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Только что спросим. Yes, yes, certainly. I'll help however I can. Как ты считаешь, что произошло? I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent.
I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. Ты упомянул про какой-то фрегат, да, you might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Да, в общем, половина военной мощи, ну, не колонии, а этой коллегии, они были сосредоточены на этом космическом фрегате, и они исчезли без следа. Есть такое. Я знаю про других колонистов, Фениас. Да, вот, вот тут можно с ним поговорить про то, как он убивал других колонистов. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. Ну, можно и так сказать, а можно сказать и по-другому. В принципе, ну... Я не могу сказать, что это стал положительный персонаж, или я ему стал больше доверять. Он такой же псих, но у него есть некие свои цели. Лучше поздно, чем никогда. I'm not asking you to forgive me. Lord knows I won't forgive myself. But I'm going to try to set things right. My apologies. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer as best I can. Да нет, все уже все спросили. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? И вот еще в чем фишка. Там мы оставались в тени коллегии все-таки, будем выражаться так, в плохой концовке, в той, которую мы закончили в прошлый раз. То есть мы оставались в тени коллегии. Здесь нам предлагают главную роль, нам предлагают возглавить Альцион. Кому-то нужно управлять колонией, кроме меня осталось никого толкового. Можешь на меня рассчитывать, помогу тебе оживить остальных, я буду делать то, что всегда. Давайте вот это. When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Да. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Не спорю. Собственно, вот она, вторая концовка. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the Board's authority. But the Board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the Board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind, survival.
Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra II townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took sublight salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the sublight family together. After returning to Edgewater, the deserters negotiated workplace reforms with Reed Dobson, including a single day of rest, which came to be known as a weekend. As the world around him changed, Dobson found himself pining for the old days. He was known to spend his weekends in the cantina, nursing one of the few remaining bottles of Zero G, and repeating to himself, "It's not the best choice, it's Spacer's choice." Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the Lifetime Employment Program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name. And in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nioka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail, or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony.
This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. It was widely suspected that Sophia Akande was the true power behind Chairman Rockwell. However, after the riots on Tartarus, she was never again seen in the colony. Various theories circulated as to her fate. Some believed she boarded an interstellar ship capable of journeying to a distant colony. Others believe she died trying to escape Tartarus. Some few suggest she fled to Monarch, where she continued to live among a small band of loyalists. There is another theory, which suggests that Sophia's encounter with you changed her, and she deliberately retreated from public view, but continued supporting the colony in secret. When Dr. Wells began reviving the Hope's colonists, he found himself with a sudden windfall of additional supplies and resources, courtesy of an anonymous donor. If Wells knew who his supplier was, he never told a soul. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Вот примерно вот так. И смотрите, здесь вроде как игра та же, все то же, но выводы в конце получаются абсолютно другие. Во-первых, что касается напарников. В плохой концовке Парвати расходится с Джун Лей. Здесь они остаются жить, у них счастливая семья. Ниока возвращается, основывает свою компанию. Викарий не пропадает без вести, а наоборот помогает людям, обретает покой. В общем, вот это все сказывается абсолютно положительно. Хотя и там мы выполнили все задания напарников, и здесь. Но концовка влияет. Во-вторых, в той концовке у нас было, что всех людей с надеждой мы уничтожили. Вместо них туда посадили всех людей, которые жили в колонии. В общем, у нас остался только Византий. Или Византий.
вот, в котором люди не работали, и у них просто на пару поколений вперед оставались запасы еды, а все остальные были заморожены. И, короче, получается, что тот вариант у нас был тупиковым, там бы все равно колония умерла бы через там 100-200 лет, не знаю сколько, потому что там не было выхода. И почему, в принципе, в прошлый раз я выбрал ту концовку? Потому что тут же мы с вами спасали ученого, который работал над изобретением новых источников еды. И я подумал, что, прикиньте, еды и так в колонии не хватает, а мы сейчас еще десятки тысяч людей разморозим. Но сработала другая фишка, что вот когда они разморозили людей с надеждой, там оказались ученые, инженеры, которые смогли решить этот кризис, смогли адаптировать колонию к новым источникам питания, генномодифицировать что-то. И да, людей стало практически в два раза больше, но это были ученые, которые смогли решить проблему. И как вот нам было сейчас сказано, в том случае, если воскресить людей на надежде, то тогда это пойдет на пользу всей колонии. И, в принципе, вот почему это хорошая концовка. А людей из Византии, видите, говорят, что им пришлось даже искать работу. По сути, они же были единственные, кто в столице, кто просто ничего не делает. В очередной раз эта игра сумела меня поразить. И причем это не просто то, что я загрузился, и мы с вами посмотрели вторую концовку. Нет, ребят, я полноценно, полностью перепрошел игру с абсолютно всеми побочными заданиями. Везде, где можно было залезть или слазить, я везде побывал. Единственное, что я упустил, это Феликс. Наверное, вы заметили, его нету в концовке, потому что это настолько ничтожный персонаж, настолько ничтожная личность, я его даже в напарники не взял. Насчет всех остальных, остальные 5 напарников у меня были, для каждого из них я выполнил сюжетную линию максимально правильно, хорошо. Моими любимыми напарниками все равно остались Парвати и Элли, они самые прикольные, адекватные. Сэм, конечно, тоже, но он робот. И все-таки с людьми диалоги чуточку... Нет, я не скажу, что с Сэмом диалоги плохие, но он как бы немножечко своеобразный. Выполнил, наконец-то, задание оружия бездны. Нашел абсолютно все научные оружия, это реально. И причем это довольно интересное задание, я просто был невнимательным в прошлый раз, ребятки, извините. Но, в общем, есть много очень фактов. Сейчас я все упоминать не буду. Просто в прошлый раз я вам сказал, что это шедевр, и в это стоит поиграть. Умножьте мои слова на 2. Это шедеврище. Эта игра просто супер бомбезная. Ребят, я выпускаю эту концовку, чтобы было для меня какое-то личное ощущение полноты картины, завершенности, потому что я не хотел бы оставлять такую игру на плохой ноте. Ребят, в общем, ну, я вам сказал сейчас свое мнение, вы сами решайте, сами смотрите. На мой взгляд, ну, это игра года. Вот, кто бы там сейчас говорил, это же вроде как игра прошлого года, и там вроде как игру года отдали, если я не ошибаюсь, Богу войны. Это вот эта вот игра прошлого года. Вообще, вот, ни разу никогда мне не стыдно будет за эти слова. То есть, в прошлом году круче этого, по-моему, не было сделано ничего. Ладно, ребятушки, на этом, наверное, вот теперь точно все. Безнадежный всегда останется в нашем сердце. Эта игра всегда останется с нами. Крайне вам рекомендую купить, поиграть, перепройти, залезть в каждый уголочек и обнюхать каждый городочек. Ладно, ребят, увидимся тогда в следующих игрушках, в следующих проектах. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Да всем оладушек.